Все мы знаем, чтобы получить хороший урожай смородины и чтобы кусты смородины были здоровыми, нужно хорошо подкармливать, поливать и обрабатывать от вредителей. И нам приходится это делать несколько раз за сезон. Иначе смородину может повредить тля или различные заболевания. Но сегодня хочу поделиться с вами неожиданным наблюдением, как растет смородина в естественных условиях без помощи человека. У меня есть участок в тайге, где я посадила много различных деревьев и кустарников, в том числе смородину. И, как правило, то есть у меня нет времени за ней ухаживать полноценно. Периодически делаю покосы, но в основном все кустарники и деревья растут в траве. Обожаю свой участок. За разнотравье. За обилие звуков и запахов. Липа зацвела. Ни разу в своей жизни такого обильного цветения липы не видела. Скорее всего, из-за того, что здесь очень много органики и мульчи, которая каждый год формируется естественным образом. Вот трава, человеческий рост и выше. А теперь мы идем к моей одичалой смородине. Сорта были посажены хорошие, но практически никаких подкормок я несколько лет не делала. И обработок от вредителей и болезней также не проводила. Смородина без человеческой помощи растет. Я ни разу ее не подкармливала, ни разу не обрабатывала против вредителей. Обратите внимание, какая красивая, зеленая, насыщенная листва. И ничем не болеет, тля ее не берет. А почему? А потому что она растет в траве. Посмотрите, кругом трава. Вроде бы кругом бардак. А смородине хорошо. Разные запахи, разные насекомые, которые контролируют тлю. Питанием является трава, которая осенью падает, разлагается, наполняет почву азотом, питательными микроэлементами. Смородина получает все необходимое. Так, у меня есть несколько кустов. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Здесь вот смотрим. Тоже абсолютно чистенькое. Вот урожай. Сейчас глянем. Крупная. Так, вот смотрите, тоже смородина в траве. Такое страшное зрелище для нас. А для смородины очень хорошо. Посмотрите, какой здоровый лист. Вот. Без всяких обработок. Что смородина живет в правильных условиях природных. В многообразии травы и видового состава насекомых.